Да они в зале сидели, они что-то подожгли. Вот так зайдешь налево. Сейчас тащи сюда его. Давай. Ой, все, еще там ребенок. Еще ребенок. Стой, стой, давай. Стой, дай мне на сторону, сторону. Четвертый этаж это. Стой, пожалуйста! Скоро келді ма? Міне. Міне. Барын. Все, давай. Первый пострадавший. Ребенок или взрослый человек? Ребенок, как приняли? Балконда жоқ па? Жоқ. Батыс. Ты как ты жоқ па? Нет. Thank you.
14 января 2021 года в 11 часов 27 минут в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о загорании квартиры в микрорайоне Мушельтой, дом номер 28. По прибытию на место происшествия было установлено, что идет горение квартиры, расположенной на 4 этаже 5-этажного многоквартирного жилого дома. В ходе тушения пожара с данной квартиры были спасены 4 человека, из них 2 детей, проживающих в данной квартире. Также силами ДЧС из подъезда жилого дома было эвакуировано 15 человек, из них 3 детей. Также самостоятельно эвакуировались 35 человек. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Произошло загорание обоев и мебели, расположенной в квартире. Спасенные лица были доставлены в медицинское учреждение город Талдыкурган с диагнозом отравления продуктами горения, состояние средней степени тяжести. Причина пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливается. Всего в тушении пожара было задействовано 7 единиц техники и 27 человек личного состава ДЧС Алматинской области. Начальник управления по чрезвычайным ситуациям города Талдыкурган, полковник гражданской защиты Алтынбеков Ханат Дюсенбекович.